К другим темам. В области вот-вот начнется пожароопасный сезон. В некоторых районах региона он установится уже в начале текущего месяца. Чтобы быть во всеоружии, спецподразделения региона проводят тренировочные мероприятия. Так, в поселке Светлый Татищевского района прошли учения по ликвидации лесных пожаров. Военнослужащие Таманской ракетной дивизии отрабатывали совместные действия с сотрудниками Министерства природных ресурсов и спасателями. На пожаре по сценарии побывала и наша съемочная группа. Вблизи ВСП номер 9 обнаружен очаг возгорания. Расчет усиления во главе со старшим генералом Наргиз приказываю прибыть на ВСП номер 9. Военнослужащие Таманской ракетной дивизии по тревоге отправляются тушить условный пожар. По сценарию, возгорание произошло в степи близ объектов Министерства обороны. Полыхающую траву сразу заметили случайные прохожие. Они же и позвонили на пульт пожарной службы. На вызов пожарные приезжают уже через несколько минут. О том, что возгорание условное, они не знают. Тушить им приходится настоящий огонь в условиях сильного ветра. С поставленной задачей пожарные справляются быстро. Все силы и средства на пожар прибыли в расчетное время. Пожар был потушен в течение 15 минут. Вы видели, что несколько точек возгорания было. Имитация пожара была осуществлена на природных территориях, которые приближены к лесному фонду, все силы и средства с задачей справились. Такие тренировки проходят в рамках масштабных всероссийских учений. Главная задача – отработать механизмы взаимодействия спасателей, военных и представителей Министерства природных ресурсов при ликвидации стихийных чрезвычайных происшествий. Мероприятия сегодня проводятся плановые по тушению природного пожара вблизи объектов Министерства обороны. В связи с отработкой взаимодействия мы решили совместить учения с администрацией Статического района и Министерством лесного хозяйства Саратовской области. Данное учение мы проводим по тушению природных пожаров перед наступлением пожароопасного периода, то есть весенний период, и к осени готовимся, когда наступает пик пожаров степных, полевых, лесных. Снега на полях уже нет, поэтому сухая трава представляет реальную угрозу для возникновения природных пожаров. По прогнозам метеорологов, на юго-востоке региона пожароопасный сезон начнется уже в первой декаде апреля. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.